Друзья, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. С вами, как всегда, Нина. Здравствуй, Нина. Здравствуй, Нина. Ниночка. Нинуська. Педиск ты. И вон. Так, ребят, у нас сегодня ужин, слава богу. В общем, все у нас, все хорошо, все работает, все наладилось, это прям замечательно, то мы прям изнервились. Так что давай, бахнем, наконец, за то, что все у нас хорошо работает. Давай, Владимир. Да, чем Бог послал, у нас сегодня рыбка, рис и прочее. В общем, девочки, мальчики, ура, наконец-то все, комп у нас работает. Как положено. Да? Ой, как часы. Будет работать, надеюсь. Но Вован уже успел оценить. Говорит, что хорошо. Так, забубкать. У нас сегодня рис с рыбкой. Вот рыбка в омлетике. Мы голодные, мы сегодня вообще практически не ели нормально. А что считаете, как с голодного края? Так, помидор нету. Помидор последний. Я к тому, что надо идти в магазин. Опять. Кстати, у тебя там лежит это еще говядина. Надо завтра обязательно приготовить. Значит, у нас портится. Где она лежит? В области. Холода. Нулевой. Так вкусно. Вкуснятина. Как хорошо ты ешь. Хотели так, без соли. Не, мы потом передумали и решили картошку с мясом потушить. С мясом, с морковочкой. Микроволновка. Сразу с рыбой. Я голодная. Бери. Вова. Фу-фу-фу. Смотрим так. Это бутылка вообще. Слушайте, как хорошо, что все хорошо кончается. Я, конечно, знала, что все будет хорошо. Но вот когда вот это вот в процессе, ты, конечно, прям переживаешь, нервничаешь. Тем более, как говорится, очень недешево все это дело. Ну ты. Я прям была на измене. Прям боялась. Теперь уже все замечательно. Так что, Маван, я предлагаю выпить за наших друзей, которые всегда в любой момент готовы прийти нам на помощь. Вот. Спасибо большое моим друзьям, которые помогли все это дело организовать. Да. Ну и, конечно, за наших зрителей. Это, ладно, третий тост. Хорошо. Хорошо. В какой-то веке едим до 12. Сейчас надо Гаврюшу запустить. А то что вчера не пускали. Как это было? Ой. До 7 утра я вчера. До 7. Чужуть. И сегодня еще полдня. Ну, Диману прям огромное спасибо. Он еще и сам в магазин даже сходил. Купил то, что надо. И ем всю подряд. Вкуснота. Ну, с голодного края, как говорится, все вкусно. То есть одни сплошные отмечания. Вчера отметили, сегодня отметили. Все. Ищем каждый раз повод. Кажется, стоял. Что? Комбы такие. Да? Ставил. Мешали устаревая информация. Ревнует он. Я ему прям сегодня позвонил, говорю: Миша, ты меня прости, но я тебе изменила. Он говорит: как? Я говорю: с другим, понимаешь ли, сисадмином.
Ну хорошо, что пришел. Прям вообще огромное-огромное спасибо. Бульон-то доварил. Что? А, бульон, не знаю. Я, кстати, не знаю. Ну, там борщ собирал сварить. И что там еще? Борщ и рис что-то там делать хотел. Да, кстати, Дима тоже увлекается кулинарией. Но, ну и дело. Живет тут недалеко. Поэтому, ну, как говорится, все рядышком. Что-то я прям с голодного края прям, да. Все треску, все в рот. Вкусно. И вам тоже. У тебя второй день голодом морю, да? Вчера. Все. Лежал, все. Сдал, когда кушать будет. Мы вчера ужинали все вместе. Получается, в 12 часу. Писец. А Мишань потом еще сидел до 3 часов. Вообще, на самом деле, ларчик просто открывался. Вот и выясняется. То, что он просто не знает, так сказать, как это все работает. То есть он не собирает компы. Как он еще вчера фразу сказал, что мне сейчас, для меня сейчас другие компы собирают. Поэтому он с этим делом не работает. Не, он теоретически-то все знает. В итоге-то он его собрал, все работает. Ну, не совсем все. Не, ну все работало. Ну, не совсем. Ну, а что там было? Ну, вверх, да? Да. Ну, тут на самом деле, если бы был бы кабель, если бы он не искал проблему глубже, чем она есть, то было бы все нормально. Я имею в виду, даже это теперь крутится. А, ну вот, видишь. Рядом с цветами. Ой, там сейчас этот, как елка прям новогодняя. Я вот думаю, где бы это дело отключать, например, да? Например, вечером хочешь посидеть. Потому что, например, кто-нибудь спит, а кто-нибудь за компом. Там прям как люминесцентная подсветка. Ну, нам, блин, кровать. Плохо видно ее. Ну, в принципе, да. И так на потолке отображаться будет. Знаешь, когда старый комп работал, а там горелась уж одна синяя кнопочка. Даже она меня раздражала. А там теперь много кнопочек. Да, и все синенькие. Они не синенькие, они беленькие, красненькие. В общем, давай еще раз за наших зрителей, которые многие-многие нас поддерживают. Конечно, нашлись и те, кто нас там радовался нашим проблемам. Вот. А люди вот такие вот встречаются. Да, есть такие. Да, но тем не менее, спасибо большое. Спасибо большое всем зрителям, которые за нас порадовались, что у нас вот такая вот покупка совершилась. Вот. Кто порадовался, что у нас наконец-то все заработало. Вот. И спасибо большое вам. Всего хорошего. До вас. Это блаженные. Вов. Ну, хватит говорить, не надо. Ну, у каждого свое мнение. Ну, вот. Так вот. Может быть, им легче. Знаешь, то, что вот... Я им и говорю. Им на душе стало легче. Потому что они порадовались, что у нас все плохо. Понимаешь? Ну, успокойся. Ну, я и говорю. Не надо. Все тихо. Потихо. Не хочу. Вот я обращаюсь к тем, кто нам симпатизирует. В первую очередь. Но опять же, даже те, кто, те, кому мне нравится, они же за каждым выпуском следят. Это тоже как бы ценно. Им тоже спасибо. Вот. Но я такой человек, я всегда все довожу до конца. У меня всегда все бывает хорошо. Что вот история с холодильником у нас была, да? В итоге-то все замечательно получилось. И холодильник даже еще лучше, чем был изначально задуман. Знаете, есть такое выражение, все, что не делается, все к лучшему. Так что вот так. Вкусно там, ты меня называла. Блин, ну,
ребята, то, что смогли. Мишаня вчера очень хорошо разобрался с виндой. Все поставили, все замечательно. Он вот, что называется, больше вот именно такой софтовый. А Диман, он такой, как раз вот именно пожалели. Господи, у меня бы там все нервы бы, я все волосы бы себе выдернула, понимаете, вот это все собирать. Там вот эти вот штучки, пины, не пины, там вот это тыкать, пипец вообще. Еще не туда воткнул, все сгорит нафиг, да нафиг надо. Ох, такие нервы. Говорю, я прям пожалела то, что мы не взяли этот Apple. iMac, да. Ну, может быть, следующая наша будет покупка когда-нибудь. Сейчас-то, в принципе, он не нужен. Да это вот хватит на лет на 5. Просто вот я говорю, я вспоминаю свои ощущения, когда вот у нас был, когда мы купили ноутбук, когда мы так-то вот открыли, и все, и красота. А мне то не надо делать. Все уже сделано. Уже установлено. И тут. Бери, закачивай. Да-да-да. И тут куча нервов. И других-то людей напрягаешь. И люблю я. Куш-куш. Рыба прям великолепная. Там еще, кстати, осталось немножко. Может, даже еще покушать. У тебя целую сковородку надела. Всем хватило, да? Да, всем хватило. И нам еще на покушать. Немножко-то оставь мне. Все, блин, все поджирает. А? Вон, рыбу ешь. Рыбу ешь? У нас сегодня рыбный день. Сегодня снова? Рыбная неделя. Нам еще уху доедает. Петуха. С петуха. Ну помоги, что ли. Чего тебе помочь-то? Спасибо. Хорошо, я себе урвала под толще кусочек. Да. Все сразу. Угу. Надо есть его. Ешь. Чуть ваша мука. Я что-то уже накидался. Мне больше глаза несет. У меня мозг еще не понял, что покормили. Вспоминаю, что утром было голодно. Так надо. Это вдруг... А завтра опять голодать. Да-да-да. Надо хоть с вечера наесться. Хорошо. Жить, как говорится, хорошо. Хорошо жить еще лучше. Раньше что требовал? Посоли, да посоли. Сейчас нормально, без соли ешь. Чего? Фрукты. Фрукты? Да. Солью? Да. Да я тебе. А сейчас видишь. На, доедай это. Ты сказал оставь. Ну, я придумала. 8-5 недель. Я решила паузу слушать. Вкусненькие. А то, как говорится, он испортится, будет это жалко выкидывать. Что я думала, вчера съедим. Мишань даже не съел никуда. Я скромничала. Потому что я на ночь немного не ем. Я полвечера звала, говорю, пойдемте. И я реально сейчас думала, что раз, быстренько все будет. Ну, так бы и было, чтобы кто-то слушал папку.
позвонил еще вчера. Диман-то? Пришел бы быстренько все это. Надо было сразу двоих приглашать. Диман по сборке. Механ по софту, да? Как бы там эту винду искал, он как раз бы и собрал. Короче, мы сейчас. А сколько надо сисадминов, чтобы собрать один комп, да? Дима-то, он, видишь, он, грубо говоря, каждый день собирает. Где? Потому что он с этими компами. Вот Мишань вчера, блин, каждую штучку изучал. Инструкцию. А Диман даже вот вообще даже не смотрел никуда. Я говорю, может, тебе инструкцию? Не, не надо, спасибо. Там уже собрано. Он же знает, куда втыкать, чего втыкать. Не, а там же уже стоит все на своем месте. Угу. Че? Так видно. Где, что, чего. Не, ну, это, честно, стирать, так, понимаешь, все это работало. Мишань собрал, так, включился. Ну, так что... Правда, не с первого раза. Но включился. Угу. И не все. Со второго все включилось. Зушка-то так и не включилась. Она только сегодня так, включилась. Так, хоры гнать на Мишань. Она только сегодня хорошо включилась. Иди в жопу. Ну, видишь. Че, радостно? Покормили. Завтра не забудь, тебе завтра этот. Да. Кровь давайте. Не только. Угу. Еще у тебя зубы завтра. Ой, завтра зубы, кровь. Завтра мерить будут. Зубы. Померить зубы. Мерить зубы вообще жить. Будут коронку мерить. Ешь рыбку. Не хочу. Че это так? На елку. На елку? Ну, ты будешь мерить ее. Примерять. Как примерять. Она подходит. Угу. Завтра надо хоть на улицу выйти. Какой-нибудь погуляться. Два дня дома уже. Никогда не ходили. Мусор раскопилось. Может, сейчас мусор хоть покинем? Пошли. Я вот думаю, коробки выкидывать, нет? Зачем? Как полежат. Пока. А где они полежат-то? Там. Где там? Лежат. Ага. Давай полкомнаты, блин, перегородим. Зачем? Дай. Недельку полежат и выкинем. А то что? Погоняем. Ну, мало ли что. Комп только-только поставили. Не, я хочу выкинуть. Наелась, а? Ой, наелась, а? Давай. За толерантность. Не знаю. За толерантность. Ой, хорошо. Все. У меня организм оживает. А то я прям сегодня встала. Голова болит. Шея болит. Все тело это... Лицо, блин, как будто мне кирпичом шарахнули, понимаете? Вся башка грязная. Я сама вся, извините меня, воню, извините, извините, того. Писец просто, я стала такая вся. Да-да-да, вот такая вот старуха из Аргиль. Да, вот так вот. Зато к вечеру, смотри, какая красавица. Угу. Развощёкая, красивая. Фу, алкаш. Сама-то алкаш. Я-то не алкаш, я-то морсик пью. Да. А ты алкаш? Да, это он вам сдвигает морсик. Да. Видите, уже вино из баклажек пьет. Да-да-да. Алкаш. Алкаш ты. А уже разливное, что, на бутылочный-то денег не хватает, да? Алкаш ты, а я морс пью. Алкаш. Так вот. Мне вот лично тебя завтра кровь сдавать. А ты докажешь, алкаш, что это морс? Морс. Я что пью? Морс или вино? Морс. Морс. Хорошо. К сыну глаза правлять, да? Как вяжет-то, да? Нифига не морс. Да, вяжет. Ага. Нифига не морс.
Ты бокальчик-то поставь. Сухое, сухое. Поставь бокальчик. Ну, смотрите, вот что это такое, морс или вино? Конечно, смотрите. Вон даже видно. Видно, что это сухое. От ягод даже эти плавают. Где? Кто? Вон на блин, дне. Где? На дне. Это истинное вино на дне. Та-дам. Все. Моя хорошая, всех любим, всех целую. И тут же трезвый стал, да? Да. Это был морс. Нет, там будут утверждать, что это было. Всё, спалилось. Всем спасибо, увидимся завтра, целуем вас. Сказочница. Зазываем. Да, сказочница. Всем пока-пока, пока-пока-пока. Да. Пока. Да. Вы не понимаете. Да. Видите, заторможенный стал он в сравнении с компьютером. Питер летает, а ее тут это немножко приключило. Я трезвая. Все работал, ее заплющило. Все, увидимся завтра, мои хорошие. Всех любим, всех целуем. Всем спасибо, всем пока-пока.